А всем привет, ребятки, с вами Сайп, и добро пожаловать обратно в Aperture Tech! Our Aperture Science water filtering cleaning systems destroy 99.3% of human waste. So if you took a toilet break early on, don't worry. There is practically none of your urine in the air. То есть ты хочешь сказать, что вся эта водичка, которая мне так нравится и в которую я мечтал окунуться в одной серии, кажется, я сравнил ее с мочой. Она реально казалась мочой! Aperture Tech. Место, где мы изучаем красоты этой вселенной, проходя по канализации. Блин, я не знаю, что еще тут можно сказать. Но это очень забавный ход, на самом деле. Я все время думал, что же это за жижа, из чего она сделана. Вот нейротоксин, понятно, что нейротоксин. Я еще думал, что это просто жидкий нейротоксин, а оказывается это вот, ну просто всякое, всякое говно, в которое попадая, нам сразу становится зашкварно, и поэтому мы умираем. Я бы тоже умер, наверное. Тем временем мы уже дошли до 7-й камеры, и осталось их всего-то нифига, всего 3 камеры, ребята. Что будет потом? Потом, вероятно, будет концовка, потому что эта глава все-таки уже последняя, и она, кстати, дольше, чем все остальные главы. То есть уже дело-то должно подходить к концу! Нет, только не сюда! О, кстати, одно-то прикольное. Вау, классно катится кубик. Ой, прям в кнопку, и прям... Парень! Чё ты такой неоригинальный? Ты уже 3-ю камеру подряд врубаешь в этот дебильный пейзаж. Это ж такая классная идея. Каждую камеру менять декорации. Но ты опять за свое. Ладно. Все, я больше не буду ни к чему придираться. Я и так придрался ко всему, чему только мог. Но что он от меня хочет, это тоже понятно. Нужно аккуратно разогнаться. Кстати, тут не обязательно разгонять такую огромную дорогу, которую я всегда делаю. Нужно просто вот так вот чуть-чуть сюда, пинг, отпрыгнуть, я там. Но вы же меня знаете, я же просто так не могу успокоиться, взять и не попробовать пойти куда-то не туда. Ведь это гораздо веселее. И вот я тут, и это мне, как всегда, дает ровным счетом нихера. А нет, эта штука врубает мост. Сюда лучше не прыгать, правда? О, вот этот чувак летающий туда-сюда прикольно выглядит. Блин, вот... Вы помните этот косяк, который я, к сожалению, не озвучил в прошлый раз, но поместил свою текстовую такую аннотацию? То, что их фишка, то, что они протягивают вот такие лучи огромные в тех местах, где лампочки, ну, не протянуть. А в прошлый раз витали в воздухе просто лампочки. Это было довольно забавно, кстати. Но, что я хочу сказать... Этот косяк им очень на руку сыграл, потому что эти лучи выглядят гораздо хуже, чем те лампочки. Так что могли бы они их оставить, в общем-то. О, вот эта штука очень похожа на, знаете, какой-то элемент фокусника. Реквизит фокусников для фокусов. Вот туда можно поместить кого-нибудь и адские пытки устраивать. Я не знаю. Но ясно одно, нам каким-то образом понадобится шарик, чтобы что, давайте погуляем по лучику, это ж так интересно, чтобы открыть вот эту штуку и наконец-то прыгнуть в портал, чтобы поиграть в игру про порталы. А кубик позволяет этот портал, как бы, ему оставаться там. Вот и все. Но при этом мне нужно встать на кнопку, точнее положить туда кубик, чтобы открылся мост. Для чего, пока неизвестно, но вероятно, чтобы поместить на него краску и подпрыгнуть сюда. Ага, а там я и получу шарик. Что ж, это интересный план, но для начала все-таки тогда пойдемте за кубиком. А там посмотрим, что же тут можно сделать. Я надеюсь, я могу вернуться обратно как-нибудь, да? Могу же? Отлично. Пиу! Привет, чувак! Ничего нового не скажешь. Вот, мне как-то... Это как-то странно выглядит, то, что он постоянно за мной наблюдает, постоянно со мной разговаривает, но разговаривает он только тогда, когда я его не вижу. Это странно. Мне даже закрадывается ощущение, что говорит совсем не он. И вот это был бы поворот. Тон-тон-тон. Вот почему таких поворотов нет в портальной вселенной, а? Только в оригинале разве что. Ну, и то там было нечто совсем другое. Да. О, красивые дыры. Вот, блин, вот смотришь на этот пейзаж, когда реально думаешь, что это пейзаж, и видишь такую дырынь, и тебе сразу так стрёмно становится, что ты как будто в матрице ими разваливается на части. Я бы хотел запалить такую штуку. И посмотреть, что на той стороне. Это же как край света. Так, все, ладно. Надо мне как-то останавливаться вовремя. Оп, а вообще зря я тут, наверное... Черт. Я, походу, это зафейлил. Так это вообще детская штука. Можно даже не отпрыгивать вот так, а просто сюда спрыгнуть. И все, блин, а я-то тут парился. Такс. Ну а что нам дает вообще? Ну оно реально размещает портал. Ну ладно, кубик, ты нам пригодишься. Так что пойдем обратно.
Пунь! А, не-не-не-не-не-не! Да блин! Вот пока он не сказал про мочу, как-то проигрывать было не так обидно, что ли. Так. Все, хватит тупить. Хватит тупить! Давайте все это хором скажем, и у меня все получится. Отлично. Нет! Зараза, блин, а вот обратно туда так просто не допрыгнешь. Вы сказали? По-моему, нет. Из-за этого все проблемы. О! Можно тебя все-таки взять? Нет, никак нельзя. Ну ладно. На всякий случай есть тут. Во, вот так зашибись. Я, кстати, понял, для чего они сделали вот эту вот штучку. Сеточку вокруг этой херни. Да как ты упал-то, блин? Чтобы как раз-таки такие идиоты вроде меня могли остановиться, когда прыгают. А, еще, кстати, эта фишка про то, что он падает ровно тогда... смотрите, я понял кое-что. Когда я его уничтожаю, он падает ровно на кнопку, тем самым открывая портал. Значит, мне придется, скорее всего, его уничтожать где-то по испытанию. И это клевая фишка, я вам скажу. Да, оранжевый мне тут вообще нафиг не нужен. Они могли его отобрать, кстати, чтобы не сбивать игрока. Ну да похер. И чё, я сделал себе? Хер пойми чё. Ладно, сейчас разберемся. А, все, я теперь могу взять шарик, точно. Эй, шарик дай. Ура, спасибо. А как еще-то, блин? Я реально могу его отсюда поймать, серьезно, что ли? Нет. Но, блин, а как заставить его отпрыгнуть? Черт! Я что-то не предусмотрел? Этот мост должен идти ниже? О, пахнет загадками. А если я отсюда отпрыгну? А не отпрыгну! Но если я его поймаю в воздухе, я же сдохну. Вот такие вот моменты, на самом деле, похожи, как будто... это косяк разработчика, потому что он явно должен отсюда отпрыгивать, но он не отпрыгивает. С другой стороны, если это мега сложный пазл, он выглядит так, как будто что-то не так. И я не знаю реально, что тут можно еще сделать, чтобы его пройти. Как он вообще падает? Ну-ка, я прослежу за ним в сотый раз. Он далеко вниз-то падает. Тут ничего никак не сделаешь. А ударяется ровно сюда. А, зараза! А может, если уберу кубик, то что-то изменится? Может, эта фигня подвинется? Я не знаю. Давайте попробуем. Тут непонятно. Потому что, вообще-то, по-честному, должны были быть вот эти вот лампочки туда вести, если там что-то происходило. Но их там нет, так что вряд ли. Ну-ка. Да, все по-прежнему. И ни хера не изменилось. Блин. Хреново это. Ведь я же почти его решил, серьезно. Мне оставалось только попасть в портал. Я уверен, что второй портал выходит как раз к выходу. И тогда бы испытание было очень простецкое. Что опять не так? Умею я вляпываться во всякие мелочи, которые оказываются гиперважными. А может мне как-то кубиком его спихнуть, чтобы взять, потому что кубик-то я могу бесконечно получать. Но, блин, это, во-первых, очень тупо, а во-вторых, я не могу его сюда принести. Спасибо за музыку из финала второго портала, которая, блин, сбивает меня еще сильней. А, если бы я мог туда допрыгнуть, ты бы многое поменяло, но я ж не могу. Что? Там невидимая стена? Я отпрыгнул, меня сразу же вниз впячило. Нет. Блин, все-таки может можно допрыгнуть? О, может быть, можно, короче, смотрите. От вот этой маленькой штучки. Оттолкнулся назад. О, ты меня сбил, мудак! Опа! Нет. Нет. Вообще нет. А может, реально нужно просто струю его сбить? Охренеть! Да это же гениально, блин! Если же его полить краской, он же, мать его, будет попрыгунчиком. Почему я такой тупой? А-а-а!
Но он же будет прыгать теперь. Ай! Он еще и мне по щам дал, зараза. Ну, блин, это мое коронное. Тупить в всех моментах, когда тупить как бы негде. Вы же знаете. А сложнота, это все херня, это все там допёрывается со временем. Блин. Может, эта штука будет его чистить, кстати? Все, я понял, для чего здесь оранжевый гель. Все ясно. Да завались ты уже. Молодец. Уху. Тут же не важно, чем его палить, наверное. А, нет. О, ну конечно, я снова туплю. Все-таки его нужно дать обшикать. А потом вот так вот, опа. Поняли, да? Рокировочка. И теперь он не будет никуда улетать. Только единственное, что он будет очень склизкий и скользкий. Но здесь это в самый раз. Воу! Такс. Ну что, нет преград? Что? Вот это нечестно было. Я чуть туда не вляпался. Но зато мне можно пройти где-то еще, да? Или уже тоже нельзя? А, ребят, тупим. Может, отсюда можно, но нет, тоже никак. А, ну есть еще более другой вариант. А, нет, вообще нам не нужно туда идти, точно же. Я хотел снять этот шарик, чтобы пройти туда, чтобы все это обратно все там поменять, все его опять поставить, взять кубик, чтобы был тут. Короче, я уже сам не понял, что я хотел, но это все не имеет смысла, потому что вот что можно сделать, и как бы, ну вот. То, о чем я и говорил. Кубик прыгнет сам туда, куда нужно. Та-дам! Ну чё, к приключениям? Не хочешь пускать меня к приключениям? Да как ты смеешь? Я сам вытянусь. Так, стой. Опа! Да блин! Да... Они издеваются. Это было страшно. А, так вот откуда я вылетаю, да, типа... И я, типа, должен так вылететь, чтобы отпрыгнуть отсюда и улететь к выходу. Все ясно. Знаете, только что не ясно. Какого хрена это, блин, не работает? И как мне теперь попасть обратно? Тут гребаное поле. А, зараза. Только не говорите мне, что это ловушка. Потому что если в испытании можно завести себя в ловушку и из нее никак не выйти, то это, блин, херово написанное испытание, а не ошибка игрока. Кажется, пришло время загружаться. А, вот, не пришлось. Я сам сдох. Хе-хе. Может, там был чекпоинт? О, слава яйцам! Тут был хоть какой классный чекпоинт. Но ничего. Забрать его, я думаю, у меня получится. Ну, раз игра не хочет делать там нормальные чекпоинты, мы их сами себе сделаем. Вот такой вот. Опа! Отлично. Я понял! Нужно вот так вот себя пихать! Пихать, пока не угодился кубик и вылететь! Блин! Охренеть! You came into contact with 0.21 milliliters of your own pee. See, it's insignificant. Great scientific progress is what we do here. Щ, это как, блин? Если по сюжету я ни разу не касался жижи, потому что я бы вздыхал. Или все это время я не умираю? Не, блин, вы видели только? А это был охренительный твист. Я понял головоломку, она была отличная. Единственное, что было в ней ужасное, вот одна мелочь. Это то, что, блин, здесь можно завести себя в ловушку. Остальное все потрясающе. И, блин, вы только видели? Суть вот этого последнего рывка была в том, чтобы заставить себя, короче, прыгать как попрыгунчик, отталкиваясь башкой от потолка до того, как кубик нажмется, чтобы потом резко вылететь. И это единственный способ. И это, блин, отлично, потому что он очень такой креативненький. Ну да ладно, чувак. Что? Пойдем дальше, что ли, да? Пойдем. А сейчас... This chamber only uses the blue gel, but don't let that get to you. This is one of our toughest puzzles. Whoever designed this has evil intentions and no mercy at all. И никакой пощады. Что ж,
Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Вау! Вот это небо потрясающее. Знаете, что у меня есть такое ощущение, что они придумали эту фичу с декорациями, просто чтобы, ну, у них не было других текстурок, чтобы сделать такой скайбокс. То есть небо красивое. И они налепили, как будто оно нарисованное. А потом, чтобы люди не ржали над этим, они сказали, что «Это фишка! Это фишка!» И, блин, это реально смотрится теперь вот так вот прикольно. Это, кстати, круто. А еще забавно то, что они разместили ту дорожку, на которую так хочется пролить оранжевый гель, но его тут не будет. А это тоже моча, что ли? Выпаренная? Да? Че ты толкиваешь мне какую-то дичь, чувак? Втираешь. Ладно. Давайте изучать эту великолепную камеру с 2D-шной землей. О, опять кнопка и кнопка. А, нет. Кубик и кнопка. Вон там кнопка и кнопка. Ага. Эта кнопка дает кубик. Спасибо. А эта кнопка дает кнопку? Или она реверсит эту штуку? Туннель. Нет. Она на время что-то делает. Вот эта штука реверсит ее, окей. Кстати, мне всегда хотелось проверить. А нет, я не проверю. Я хотел очень тупую фичу сделать, поставить сюда кубик. И от него, типа, от того, что он синий, отпрыгнуть туда наверх и, типа, перенести себя как-то. Но это, скорее всего, невозможно. Но давай попробуем. Я просто забыл, что он как бы дрыгается постоянно, когда он намоченный. А, ну да, у меня же оранжевого нет, он теперь будет вечно такой. Короче, это была очень тупая идея, забейте. Тут что-то интересное. Отсюда мне придется вылетать и размазываться в стенку. Блин, Гарри, спасибо тебе за музыку в этой камере, она просто бесподобна. Вот, блин, серьезно, под конец все как-то у игры стало гораздо лучше, на уровень выше, чем было. Я уж думал, опять какая-то лажа, но нет. Нет никакого Thinking of Time Machine, все просто превосходно. Кстати, в Thinking of Time Machine она поначалу была наоборот годная, а потом как-то сдулась. Вот. А, не, все проще. Я просто активирую себе воронку, странно, что раньше не видел этого, то, что тут вообще воронка есть. И могу попасть сюда, да? Ну и какой в этом смысл? О, там сверху что-то есть интересное. А смысл, вероятно, в том, что я могу здесь себе что-нибудь напшикать. Но теперь мне нужно снять кубик, чтобы я мог летать. Правильно? Или неправильно? Да, кстати, я что-то так опасаюсь этого поля, а в нем же смысла нет, потому что, как бы, ну, порталов-то нет. Порталы тут автоматические, так что можно не париться. Типа я его сбрасываю. И что происходит? И меняется воронка. А нам от этого какой резон? Абсолютно никакой! Уходи! Как ее снять насовсем? Неужели никак? Тогда это все как-то глупо. Я хочу попасть туда, мне там интересно, что это. А, это типа огромный отсек для воронки, блин, это прикольно. Они продумали этот момент как с шариками. Помните шарики из первого портала? Там же типа тоже они создаются не из миллиметра в стене, а как бы там сложный механизм такой, врывающийся в камеру. Вот это круто, когда в левел-дизайне головоломок об этом все-таки не забывают. Это как-то сразу... Антуражнее становится. Много красивых слов я говорю, которые ничего не значат. Ну да хер с ними. Так. Давайте все-таки что-то думать, потому что продвижения пока нет. Ага. Серьезно? Там был вход? Или вы просто так намеренно поместили выход и табличку с тем, что нужно сделать рядом с выходом, чтобы типа игрок нихера не понимал и только под конец. О, так вот что надо было. Такой троллинг от Aperture Science. Да не, конечно, это все прикол. Там был вход, во-первых. Во-вторых, эти штуки, ну, реально ничего не дают. Они просто красивенькие, но... Можно помыть руки, вы знаете, и все прочее. Так. Да не, понятное дело, что они что-то означают, но как-то... Окей. Ну, знаешь ты об этом. Дальше что? Это микроспойлеры. Так. Что здесь нужно сделать? Это пробовали... А, вот что мы не знаем. Что дает эта кнопка на время? Это, пожалуй, единственный проблем, который мне неизвестен. А еще я могу понять, почему здесь нет воронки, когда я с этой стороны? Вероятно, потому что портал открывается только тогда, когда воронка реверсируется, что ли? Это интересный момент. И довольно странный. А еще непонятно, для чего вот эта жижа.
вот это место вообще. Я там тоже буду как-то пролетать. Опа-на! Эта кнопка реагирует еще и на то место. Ага. Теперь я об этом знаю. Ну что ж, это хорошие новости. Давайте посмотрим все-таки, что делает эта кнопка. Звездочка! Точно! Ну конечно, вон она! Она просто снимает нам поле, я могу туда полить краску. А может это тоже снимет? Не-а. То есть так-то оно как бы бесполезное, но я могу типа туда как-то допрыгнуть. А, нет, не могу. Я не могу ничего делать здесь. Ну, конечно. Я должен пройти через него, а потом его как-то снять. Я не знаю. Но сюда в итоге нужно принести кубик, чтобы камера была пройдена. Да, он же сказал, что она типа одна из самых сложных, так что... Так что... Не знаю, на что я надеюсь. Но это будет типа сурово, да. Что самое интересное, для того, чтобы камера была сложная, как бы вообще не нужно много элементов. Вот видите, здесь почти ничего нет, просто пара кнопок, кубик и, в общем-то, все. Ну и воронки всякие. Но, блин, как-то все так минималистично, но уже реально как-то хардовенько. Я, как всегда, не могу понять, что делать. Я не знаю, зачем я там все облил, ну, вдруг. Я и тебя оболью, парень. Тоже не знаю, зачем. А я могу дотянуться? Я могу облить землю! Но зато теперь это клевый Сатурн, если повернуть голову так вот налево или направо. Вы же тоже это сейчас делаете. Я тоже сейчас это делаю. Смешно, правда? Ладно. Да, когда я реверсирую, короче, эту воронку, она открывает нам портал. И это все, что здесь можно делать. Еще можно... Еще я хотел сказать, что можно лить краску, но, блин, в этой игре краску из пушки в воронке лить нельзя. Или она как-то очень криво отображается, я не знаю. Почему-то оно так. Такс, ну и теперь реально по всем правилам, как бы, что я могу здесь сделать? О, кстати, я могу сюда запрыгнуть. Нет! Ну-ка, я еще раз попробую. Так, да блин! Да! И... Это была пасхалка или бесполезное место? Я могу запрыгнуть вон туда, например? Нет, не могу. Ну, я могу тут попшикать что-нибудь, но это бесполезно все. Да. В общем-то, как бы по всем правилам, сейчас я должен что-то сделать. Охренительно! Пояснил ситуацию. В смысле, ну, скорее всего, снять кубик, например. Потому что здесь иначе реально больше нечего делать. Либо как-нибудь сделать себе камбэк, возможность, чтобы с этого места я приходил сюда, без вот этого обхода. Но это тоже непонятно, как сделать. И что сделать я могу сейчас, так это реально ничего. Значит, я что-то в лоб не вижу. Это, скорее всего, так, но мне нужно понять тогда, что же. А еще я очень хочу запрыгнуть над воронкой, вон туда посмотреть, что там. И, похоже, мне этого тоже никак не сделать. А жаль, потому что там что-то очень интересное. Я хочу там походить. Может, здесь тоже что-нибудь есть. Ух ты, посмотрите, как они красятся. 3D. Так. Что я могу здесь сделать? Может, я могу как-нибудь перекинуть туда гель? Не, он даже слишком высоко летит. Или там потолок? Вроде нет, кстати. Так, сюда я тоже никак не могу перекинуть гель. Значит, наше бытие тщетно. Ебать, какой же слепой! Ну, в общем-то, как и всегда. Чё-то я забыл, что тут есть порталы вообще в этой игре, и я могу делать такую хитрую манипулень. Охренеть, блин. Ну, вы меня знаете, самые изи моменты. Типа, просто пройди в портал. О, у меня никак! Но какое-нибудь говно сейчас у меня по-быстрому получится. О, кстати, привет. У тебя тут тоже рельсы есть. Как так быстро перемещаешься? Так, ну туда я не пойду. А я сюда схожу. О, еще один кубик. Не знаю пока, нахрена он мне. Ага. Я могу его уничтожать, окей. Зачем мне второй кубик? Я уже понял, что делать. Нужно просто реально быстро нажать на кнопку, туда переместиться и пройти сюда, пока эта штука не закроется. А, так в этом, наверное, есть одно но.
Это слишком быстро. Я так не успею. Ладно, понял. Черт! Придется все заново облетать. Ну а зато у меня будет возможность это проверить. Привет, Сатурн! И погнали! Не, это реально никак не успеть. Значит, нужно как-то умудриться, блин, на нее нажать. Отсюда? Да это тоже бред. Как я это сделаю? Не, ну теперь-то хотя бы понятно. Нужно реально просто уничтожать здесь кубик, как я и думал! Окей, может я его смогу взять? Может он мне понадобится? Да вряд ли. Ну и ладно. Так, дружище, что нам с тобой делать? Ты же там стираешься, и тут стираешься. Тебя можно только как-то умудриться перекинуть. Через воронку. Потому что вот то место единственное, через которое ты не стираешься. А так как это поле никак не вырубить, значит, оно для кубика. И именно для того, чтобы я смог перенести его на ту сторону, поставить на кнопку и выйти. Да, с этим разобрались. К сожалению, через эти щели я путешествовать не могу. Значит, я вряд ли могу здесь что-то разлить. Да? Скорее всего. Значит, и здесь я вряд ли могу что разлить, но для чего тогда это панелища? Панелища, потому что, вероятно, я могу попасть туда кубиком, только ударив его об что-то синее. Ну а как еще-то? Потому что никак я не могу его перенести на ту сторону. Тут поле. Поля! Че ты везде, а? О, прикольно! Хе-хе-хе. А что если я такой Майкл Джордан камбэк? Нет, нихера, да? Ну ладно. Не. А может я как-нибудь его такой... Эй, пс-пс-пс, парень, хочешь к другу, а? Возьми его, он хороший. Не хочешь, да? Ну и ладно. Сиди там как... Видишь, он даже к тебе просится, он не отпускает тебя! А ты мудак такой бесчувственный, не хочешь его взять к себе, да? Ну и ладно. Фу быть таким кубиком. Как его, блин, туда пронести еще-то, а? Ну тут хотя бы нет крыши. Но это нам мало что дает. А камера-то, блин, и правда сложная. Странно, что не девятая. Девятая, наверное, будет такая лайтовенькая, чтобы замутить крутую концовку. Такс. А может, эта фича все-таки сделана неспроста, и здесь можно что-то промудрить? Серьезно? Как бы, ну а зачем еще? Тут он просто сгорает. Возможно, конечно, что нам этот кубик нужен как бы не сейчас. И я все пойму потом. А сейчас я просто страдаю херней. Но так или иначе, в эти игры приходится страдать херней, чтобы что-то придумать гениальное, иначе не получается. Так что не удивляйтесь. И я буду пробовать всякое! Черт, я не думал, что сюда можно упасть. Выход! Ой, нет выхода. Привет, парень. На. Ну, конечно! Ребята, блин, да вы посмотрите! Я понял, что таймер как бы дается на такое время, что я не могу сам туда попасть. Но гель-то может. Гель-то может, потому что я могу нажать кнопку-то. Сейчас. Оп. Ну, конечно. Осталось только понять, как его оттуда выманить. А вот так. Ба-бам! Фу! Кто гений? Конечно же я. Кто же еще?
Но смысла от этого не так много, потому что это дает мне только заход сюда. То есть, как бы оттуда я прыгать сюда не должен был. Ну, допустим. Это дает мне только то, что я могу взять кубик, и опять непонятно, что с ним делать. Потому что если его херану отсюда, то он вряд ли долетит до воронки. Правда ведь? Воу, красиво, кстати, долетал. Ну-ка. Бэнк! Да, конечно, это слишком мало. Что, к дрыжку своему захотел, да? А ну иди-ка, вали к нему. Нет, не хочешь? Ну и правильно. Так. Блин. Все это, конечно, потрясающе, но... О, я же с тем же успехом мог пронести гелик и дальше. Или не мог? Я не помню, когда он упирался сюда или сюда. Или может он проходить в обе стороны, я не помню тоже. Такс. В смысле, не сгорает ли он здесь и там? Но даже если нет, вот я разолил его тут, ну и как бы и дальше-то что? Прыгать отсюда некуда, да и незачем. Да, гелик, все. Эта фича себя отработала. Единственное, что она может быть использована как-то еще, я не знаю как. Это мне типа и предстоит выяснить. Но посмотрим. Так. Может как-то так? Уху! Нет. Значит, я по-прежнему в тупике. Но я могу слетать туда еще раз сам. Погодите-ка, у меня есть новый идей. Гениальный. Одна идея хуительнее другой, как вы все знаете. О, прикольно, можно под полем проливать гель. А сейчас я такой беру, все тут зашмарю, потому что я, блин, ебучий перфекционист. Но да ладно. И, короче, минус кубик. И плюс одна охуительная идея. О, он прям там летает, понятно, почему там дырка была. Такс. А в чем заключалась идея, я, кстати, уже забыл. Да. А, вспомнил то, что я могу оттуда вылетать, отпрыгивать и типа обратно залетать. Но это бессмысленный бред, опять же. Или не бессмысленный. Если я сюда аккуратненько положу кубик, он будет отскакивать. Но если я его положу куда-нибудь аккуратненько рядом, его можно будет прихватить. И как Майкл Джордан такой. Я не знаю, почему я постоянно приплетаю сюда Майкла Джордана, но просто потому что мне так нравится, не придирайтесь, это моя фишка. Если честно, я даже не фанат баскетбола и даже не знаю, как выглядит этот гребаный Джордан. Знаешь, что он негр? Хороший негр. Бывают негры плохие, которые позволяют себе всякое. А бывают негры хорошие. Вот он хороший негр. Как Болт, который Усейн. Тоже хороший негр. Чё плохого, да? Тихо, тихо. Проворачиваем опять эту фичу, и сейчас будет супер классный прыжок, сами знаете кого. Да, меня, именно. Опс, так, да, все, не надо париться о гелике, потому что он нам не нужен. Пожалуй, здесь засейвлюсь. И... Но! Еще разок! Да! Так, тихо, ладно, у меня не получилось. А, ну мне и не надо. Да ладно, серьезно! Это реально оригинальное прохождение? Так и нужно было сделать? Блин, да я гений. Вот он перед вами. Мне даже не понадобилось 40 минут на этот долбанный тест. Так, теперь нужно снять воронку. Ну, это изи вообще. Берешь такой... Пумс! Да, мазафака! Если это ваш самый сложный тест, то вы уделаны. Но на самом деле это было мега круто, и я правда желаю, чтобы все тесты тут такими были. Ну что ж, погнали к самому интересному. О, да. А как ты их сокращал? У тебя есть креативность? Ты, кстати, ты парень, ты модуль чего вообще, а? Что ты отвечаешь за что? Модули, они же сделаны были для того, чтобы насаживаться на главный компьютер.
Вот что ты делаешь? Непонятно. Кто ты такой? Если ты модуль креативности, то, возможно, это круто. Что еще сказать? Оцени мое видео и подписывайся на канал, если тебе тоже нечего сказать, потому что ты весь в нетерпении, так же, как и я, от того, что же будет в финале. Ведь он уже близко. Ближе, чем ты думаешь. Да-да. Вот следующее видео, тыкни, вот он там, да. Потому что я, вероятно, их одновременно выпущу, да. Но не суть! Спасибо большое, что посмотрели видос, ребят. Если хотите меня поддержать, просто откомментите что-нибудь, напишите что-то милое и приятное. Спасибо вам, но не прощаюсь. До скорого.